В Дагестане хотят возродить заброшенное село Гамсутль. Группа инициативных граждан «Возрождение» обратилась в Минимущество Дагестана. По их словам, необходимые условия для туристов в заброшенном ауле могут создать именно местные жители. Предки их родового села переселились в Чох из-за транспортных сложностей. Однако в настоящий момент такой проблемы не существует. Местные жители просят, чтобы им предоставили земельные участки для ведения подсобного хозяйства и строительства домовладений. По итогам встречи принято решение пригласить главу села Чох и обсудить более детально озвученные в ходе встречи вопросы.